Отметили День учителя, миновал и День пожилого человека, но сегодня Управление образования собрало в Малеевской школе тех, кто причастен к тому и другому празднику, а именно ветеранов педагогического труда. Каждый год проходит такое мероприятие, мы чествуем наших ветеранов, поздравляем их с Днем учителя. Люди, которые внесли свой вклад в образование, это очень почетные люди, и мы обязаны помнить о них и ценить то, что они сделали для Клинского района. Более 100 человек собрались сегодня в актовом зале Малеевской школы. И все они представляли ветеранскую организацию образования Клинского района. Наша организация одна из самых крупных в районе. В нашей организации более 1000 человек, учителей, пенсионеров, ветеранов. У нас такая традиция. Мы каждый год проводим такие праздники в педагогических коллективах, где участвуют и дети, и учителя, потому что у нас нет такого другого помещения. То есть мы каждый год разные школы. Мы вот очень благодарны Алене Дмитриевне Сокольской, которая много лет была вместе с нами. Она нам во всем тоже помогала. Все вот эти праздники, все вот эти вот такие крупные мероприятия, она всегда, во-первых, сама бывала на них. Ее присутствие воодушевляло нас. Мы чувствовали свою заботу и внимание от нашего управления образования. Но сейчас надеемся, что, не будучи настоящей своей, так сказать, ипостаси, она сейчас еще больше нам будет помогать. Даже закончив педагогическую деятельность, многие из ветеранов не могут расстаться со школой. Вот я последние 12 лет своей работы провела именно здесь, в Малеевской школе. И я всегда рада встрече со своими молодыми коллегами. И, естественно, интересуюсь, чем они живут, и принимаю активное участие в работе этой школы. Учитель вообще это не профессия, это образ жизни. И какого бы возраста ни достиг учитель, я не хочу сказать бывший, он всегда все равно учитель. Ему очень важно быть среди людей, быть среди коллег. Ну и, на мой взгляд, еще очень важно встречаться с детьми, передавать им свой опыт и заряжаться от них энергией и энтузиазмом. Сегодня ветеранам педагогического труда вновь предоставилась возможность окунуться в годы своей молодости, увидеть выступления лучших коллективов Клинского района, а также пообщаться со своими коллегами за чашкой чая. В этом убедились Артем Мельников и Илья Тимофеев. Специально для программы «Мой Клин».